мне говорили что-то. Хвост в тени. Я такой, что такое хвост? Как его втянуть? Колени развернуть, ляжки выкрутить. Ногу не разворачиваешь ты. Она у тебя идет не выворотно, выворотно. Отводи, отводи, отводи. Балет – это интересно, красиво, но трудно. Он будет иметь возможность узнать, какая жизнь артиста, возможно, даже там слава, да, какая-то. На самом деле, достаточно страшно. Я не знаю, но там большая сцена, не как где я выступала. Там артисты балета. Вдруг подойдут. Да ты не так вот делаешь, ты ничего неправильно. Вот у меня был в этом мандраж. Вообще, когда меня отобрали, мне сказали, это один раз в жизни. Я такой, да? А я не против.